Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». С вами Роман Карасев. Я нахожусь сейчас в Иерусалиме. А рядом со мной, вы не поверите, мой старый приятель. Святослав Клендухов. Слава, меня зовут. Да, он сам представился. И мы находимся около одного интересного места. Мы потом в продолжении всего интервью вы узнаете вообще о том, почему «Планета Дзюдо», почему Святослав, почему Иерусалим и так далее. Ну а сейчас мы находимся около одного интересного места, и Святослав сейчас скажет, что это за место, куда мы идем. Мы сейчас находимся у здания Амифаль в Иерусалиме. Это прекрасное пространство, где можно выражаться свободно художественно. Мы посмотрим внутри, сейчас там находится прекрасная выставка. Но в первую очередь это дом конца 19 века, дом, который был построен для арабской семьи и для которого, как я понял, была судьба уготована перестроить его под большое современное здание, которое мы видим справа или слева от него, сделать нечто современное. Однако группа энтузиастов города Иерусалима объяснила, доказала и обосновала, что это надо сохранить, чтобы люди, приезжающие в Иерусалим, смогли посмотреть интерьер реального жилого дома, в котором проживали семьи того периода. Кроме того, сделали это место центром культуры, и он принадлежит муниципалитету города Иерусалима, и тут проводятся различные выставки, на одну из которых мы сегодня заскочим. И называется это Амифаль. А вот здесь я вижу, еще написано, это школа, да? Да, но... Бен Иуда. Да. То есть это здесь как бы совместно такие... Я думаю, да. Два учреждения в одном, да, здании. Потому что это принадлежит городу Иерусалиму, там написано мелко, а соответственно это всякие социальные и государственные проекты воплощаются в нем. Все, мы идем смотреть выставку. Поехали. Итак, мы заходим в это здание. Все очень творческое, да? Это в этом здании на первом этаже кафе находится. Достаточно современная музыка. Мы сейчас пойдем на второй этаж, где располагается сама выставка прекрасного художника, скульптора Макса Эпштейна. Он выпускник Бетсалеля, выпускник Хайфского университета, скульптор и прекрасный аниматор. И здесь... А еще он не просто скульптор-аниматор, а он еще имеет отношение к боевым искусствам. Да, да. Мы у него спросим точнее. И здесь мы видим его скульптуры, посвященные некоторым темам. Но одна из них – это переходы. Мы сейчас поймем. В этом пространстве как раз его воплощение, его скульптуры. Это рубка топором, ножом, резьба по чурбакам, по фрагментам древесины, которую он нашел по пути своих прогулок на берегу моря или просто в парках. И здесь идея-то, посмотрите, в чем. Люди переходят, но мир – это мост. Это каждый раз от станции к станции, по мосту, который едва ли просто существует, но на какой-то силе он находится в состоянии стабильности. Пусть все криво и косо, но люди переходят и двигаются по этому пространству. Как это актуально сейчас? Как это интересно? Начал творить такие скульптуры Макс как раз в период короны, когда все задумывались, а что же делать, и нас сковали ситуации. Он обнаружил чурбаны и начал пробовать себя как кровь в этой рубке. Но посмотрите, какие вещи, какие сложные образы. Тут и портреты, и фигуры. И да, да. И полный рост, и в пол туловища. И все так воздушно получается здесь. Как в жизни. Да. То есть все окружает вокруг, окружает такое космическое пространство. Да.
И они куда-то движутся. Да. Есть ли между ними связь? Скорее всего, да. Какая? Такая, что мы решать. У них есть направление, есть путь исследования, есть остановки. Эти башни, они, конечно, могут быть и приграничными, пограничными башнями, и башнями лагерей, и вышками. И, конечно, есть еще здесь для меня есть корабль, на котором находится несколько мышек, крысок. И есть аналогии с русской пословицей. Да? Крысы бегут с корабля первыми. Вот. Быть может, это и не связано с этим. Но образ корабля и мышек, которые сейчас вот тут, она просто взаперти, одна мышка. Какая-то мышка король на троне. Какая-то, или на электрическом или стуле. На электрическом стуле. Кому как нравится. Кто-то смотровой. Вот. Куда они все смотрят, да? Тут подожди, а это тоже из дерева? Нет, да, мышки из керамики. А, мышки керамические. Керамические. Это и мышки, и крысы, так можно да, сказать. Да, и так, и так. И надо сказать, что мы сегодня еще у этого же здания увидим скульптуры Макса, которые непосредственно связаны с этим зданием. Мы просто посмотрим по кругу. В этих интерьерах жила семья арабская. И мы видим, что в некоторых частях, вот там, по плинтусу, следы росписи их дома. И в том большом пространстве, обведенными желтыми кружками, мы сейчас вернемся и посмотрим. Вот здесь на потолке расчищенные реставраторами узоры некогда украшенного здания. А сколько лет этому зданию? Есть информация? Информация у меня, я вам сказать точно сейчас не смогу, но это 1880-е годы. 81-85-е. Вот. Здесь также есть одна из скульптур, которые удивляют и нас, выходцев из Советского Союза, и местных. Спрашивают местного жителя, на что это похоже. И без чувства юмора напрямую человек говорит, приятный необычный котик. А советский человек может увидеть некоторые другие образы и понять тоже да. какой-то намек. Вот здесь сделанный ослик, да, если можно пофантазировать, или какое-то животное, которое мило щеплет травку из молоточков к фортепиано или пианино сделано. И это вещи, расчески или какие-то металлические части от приборов, которые Макс осмыслил и передал. Здесь, например, можно увидеть книгу на фоне окна, там дом, а сзади лес, что-то такое, или черепица. Как это красиво, когда человек в простых вещах может увидеть нечто большее. Да. С этим трудно не согласиться. Семи основателей этого здания, выполненное из трех материалов, из четырех, наверное, из которых был построен этот дом, керамика на головах, портретах людей, деревянные основы, тела, это балки, металлические, значит, прутья и бетон. Это материалы, из которых было создано это здание, в которое мы сейчас заходили, которое посетили, и которое вот эти семеро прекрасных людей отстояли и воплотили в этом здании уже такую мечту о творчестве. Семеро друзей. Вот такая скульптура памяти. Это уже мы вышли, да, мы вышли за пределы в сад, да, да, около дома. И пойдем гулять по Иерусалиму в сторону художественной студии Wild Kids. Ну вот, мы побывали в этом замечательном месте. Спасибо Славе за то, что он привел нас сюда. Мы движемся дальше. Дзюдо. Пошли. Вперед. Мы пришли в студию к Максу Эпштейну, и мы проходим внутрь, посмотрим сейчас общее пространство.
и посмотрим, как проходят занятия и вообще, что происходит в студии. Это работы детей и тех, кто приходит в студию, взрослых. Так, вообще я, честно говоря, удивлен, куда я попал, но удивление все такое позитивное. Рядом со мной Макс Эпштейн, мы в Иерусалиме, были на выставке, а сейчас мы в студии. Рядом со мной Ольга, Ольга Гольцер, ну и Слава вот уже водил меня по выставке знакомый. Макс, буквально сейчас у тебя будут занятия начнутся, но хотел бы спросить. Боевое искусство, как ты уже вначале мне рассказал, это пулевая стрельба. И как вообще, на твой взгляд, боевое искусство, пулевая стрельба совмещается с тем искусством, которым ты занимаешься уже сегодня? Ну, действительно так сложилось, что я в детстве... Помимо музыкальной художественной школы, ходил еще в секцию по стрельбе. В основном, собственно, как я и говорил уже раньше, благодаря совершенно удивительному педагогу, который я забыл, и, собственно, туда ходил. Но тянулся, это дико понравилось, потому что такой мальчишка не любит, так сказать, оружие и вообще пистолеты – это... Привлекательная вещь, страшная, но очень привлекательная. И очень умная, признаться. Умная сделанная вещь, эффективная. Не буду рассказывать о всяких подробностях, могу сказать, что как ни странно, занятия полевой стрельбой аукнулись и отразились на том, что я делал позднее. И понимать я это начал тоже не сразу, что, в общем, это все родом оттуда. Но для меня это было очевидно. Когда был период в моей жизни, когда я очень увлекся фотографией. Надо сказать, хорошо, что так, потому что большой архив нашей совместной иерусалимской юности теперь существует. Да, он был настрелен. Это был именно снапшот. Это была фотография, которая снималась, собственно говоря, ситуативно. Она была не выстроена, она была подсмотрена, но она была подсмотрена достаточно, так сказать, достаточной точностью. И сегодня я понимаю, что скидывать фотокамеру мне было так же легко, как когда-то было скидывать пистолет на скоростные стрельбы. Ну вот, пожалуй, вот так. То есть это достаточно точная концентрация, достаточно точное умение соразмерить свои дыхательные возможности, умение выждать ситуацию, то есть то, что в фотографии называется как критической точкой, и вовремя вскинуть. А главное, что умение при этом существовать, фактически находиться, условно говоря, в засаде, существовать незамеченным. То есть моя камера, как мне кажется, я очень на это надеюсь, присутствующим в кадре, в общем, не мешал, по большому счету. Ну, еще, я, наверное, так бы сказал, более гуманно. При этом, как говорится, как говорят, при нашем эксперименте не был убит ни один заяц. Да, именно, да. То есть фотоохота все-таки. У вас тоже связано, история Макса немножко мне Слава рассказала. А у вас тоже связано что-то с боевыми искусствами? У нас все-таки планета дзюдо, но не в прямом смысле планета боевых искусств, но все-таки тоже что-то связано? Или вы пришли в искусство не из боевого? Боевое искусство – это, наверное, моя область. В основном.
шикарная. Сейчас бабушка. Я не в ней, но, в общем-то, я всегда ношу такие армейские сапоги, которыми неоднократно были биты всякие персонажи. Ну, надо сказать, что перед нами прекрасный тренерский штаб. Потому что воспитанников здесь, я думаю, за 80, 70? За 70 точно перевалило. Ну, это на сегодняшний день, а вообще за 13 лет случилось больше. Ольга. Я скорее пришла в искусство анимации через любовь к движению. Подсматривать движение, воспроизводить движение. Меня привлекает любое движение, я замечаю движение, я их складываю. Банк, и потом пользуюсь ими, когда я занимаюсь. Вопрос к обоим. Вообще искусство любое, как может влиять на человека с точки зрения его, так сказать, реформирования, ну, или изменения личности? Оно влияет или не влияет? Ох ты. Ну, во-первых, конечно, влияет, как, собственно говоря, проявляет. Ну, что там влияет. Я бы хотел все-таки дополнить по поводу искусства. Я могу сказать про Олю совершенно однозначно. Мы с Олей знакомы уже, наверное, чуть насколько. Но Олька боится. И не просто боится, Олька боится, и Олька одновременно абсолютно шамана. И что действительно, нас кто-то, кто и в молодости умел стать спасителем, а не с годами лишь, то это Олька. Ну, а они вели сильную ночную режиму. Сейчас, конечно, так сказать. А что касается искусства, то, ну, опять же, непонятно, как вообще классифицировать искусство. Потому что можно говорить о профессии, а можно говорить вообще, так сказать, о некотором творческом процессе. Потом в силу выбора он абсолютно такая перманентная составляющая нашего вообще существования. Как бы мы не прекращаем. Она, в принципе, во все. Она может быть в... рубки скульптур или рубки дров. Но это параллельные, да, но это параллельные, она может быть в рисовании каллиграфии водой на бетоне или в мытье пола. И таких рифм очень много в жизни на самом деле. Просто, так сказать, хочется замечать и собирать такой саквояжик, а потом в эпох может предлагать пользоваться. Даже в обрезании кочана, как называется, кукуруза. Кукуруза. Да, вот как результат очень домашний. Мы находимся у тебя в студии. Это очень совместное наше. Совместное, да. Хорошо. Я бы не называл его это студией. Ну, мне так представили, я так и назвал. Хорошо. Мы находимся в студии, где занимаются искусством. Ну и вкратце хотя бы объясните, что вообще здесь происходит. Мы потом, конечно, пройдемся. Посмотрим. И кто приходит сюда и для чего? В двух словах я скажу. Это студия «Дикие дети». Это ее название. Придумано это название непосредственно участниками детьми, когда-то, почти 13 лет тому назад. Это анимационная студия. В том смысле, что она совершенно полноценно восполняет все задачи, которые ставит перед собой анимационная студия. Здесь создаются фильмы. Разница принципиально в том, что авторы этих фильмов дети, начиная с пятилетнего возраста и заканчивая вот, почтенным, уже весьма нашим возрастом. То есть ограничений нет совершенно, но это в первую очередь пространство детское, в котором пространстве язык анимации был выбран как язык совместный. На каждом из этапов возрастных есть совершенно свои какие-то потребности и необходимости и вопросы задаются разные, и ответы разыскиваются разными способами, но всегда через анимацию, что означает через одушевление. И детки у нас здесь бывают очень разные, отовсюду говорящие на разных языках,
Собственно говоря, если обозначить тех, для кого это пространство существует и чьим оно является, то это, безусловно, пространство детства и, собственно, творчества и творчества и так далее. Причем, говоря о детстве, я говорю не только о возрасте каком-то, я говорю вообще о детскости, о неком внутреннем состоянии, которое некоторые всегда сохранили. Не все, к сожалению. А может, к счастью, может, не надо всех внутрь ходить, инфанты. Вот буквально ехал сюда, и мой приятель, который тоже живет в Израиле, в Тель-Авиве, фотограф, он пост выложил в Facebook и сидит задумчиво и пишет, куда уходит детство. И мы сегодня говорим о детстве. Я ему написал, оно никуда не... Я здесь, я ему написал, оглянись. И вот вы сейчас сказали, что детство, в принципе, это оно никуда не уходит. Ольга, вы согласны с этим? Ну, конечно, да. Да, А не странно ли это? Некоторые говорят, вот ты как бы в детстве остался, и вот ты как бы в детство впадешь. Обозначение некой такой как бы ущербности. Я как мать троих детей могу заявить, что это очень помогает в твоей жизни. Убедительно. Вот боец, это боевое искусство. Это прямо слева общество, да? Меня пропустили. Пропустили. Я сказала, что необходимо, чтобы делать все, что угодно, чтобы растить детей, чтобы грызть кукурузу, чтобы готовить еду или мыть пол. Оно всегда должно быть где-то рядом. Иначе это все становится рутиной, и этого делать не хочется. А вот хотел спросить. Искусство, оно мягкое снаружи и твердое внутри, или наоборот, оно твердое снаружи и мягкое внутри? Нифига себе. Ну, надо тогда съесть или выпить не одну рюмку чая. Нифига себе, это я никогда не думал. На каким должен быть человек? То есть, имеется в виду, может ли быть человек мягким? Но внутри твердым, чтобы быть искусным. Или он должен быть по-другому. Или искусство может его вот так видоизменять. Я могу сказать с своей точки зрения, мне кажется, что должны быть обе стороны. И они должны сосуществовать в некотором напряжении друг с другом. Дело в том, что... И они могут меняться местами. Дело в том, что когда ты, собственно говоря, соприкасаешься с неким материалом, нужно говорить некий процесс общения, то у тебя всегда есть, собственно говоря, две стороны. С одной стороны, ты отталкиваешься от того, что материал тебе может предложить, и материал будет раз. В случае со скульптурой это может быть от очень мягкого и пластичного чего-то, до очень твердого, жесткого, а иногда ломкого еще. Это отдельная совершенно стезя. Тут нужно быть очень деликатным, нужно понимать, что он тверд, но... Но легко, так сказать, все ломается. А меняет ли это человек, в свою очередь, материал? Безусловно, ты, так сказать, ты находишь совершенно иного рода подходы вообще не с этим материалом. Но при этом есть и так, когда ты говоришь материалу спасибо, процесс запущен, а теперь давай выстроим правила игры. И вот тут возникает некая, так сказать, достаточно... жесткость на уровне иногда почти диктатуры, когда ты говоришь, да, я понял, ты ломаешься, и я не буду тебя ломать, но мне нужно, чтобы мы с тобой, так сказать, в совокупности выстроили вот такую вот, условно, вот такой вопрос. Да? Поэтому действует вот, так сказать, либо нужно быть достаточно мягким, чтобы решить, что да, он ломается, и я под него подстроюсь, и я буду его ломать. Ну, скажем так, с моей точки зрения, материал, безусловно, материал, место, неважно, что история и так далее, потому что это тоже все материал, они могут быть партнерами, но они не могут быть, они могут быть соавторами, но они не могут быть, так сказать, проект тебя, потому что тогда это уже не искусство. То есть тогда искусность, как раз, о которой вы говорили, она теряется. То есть искусность как раз вот в неком таком спарринге обоюдном, который позволяет создать диалог. Не ради выигрыша, а ради общей цели. Можно так сказать, что материал задает вопрос,
Человек отвечает. Человек задает вопрос, материал отвечает. Безусловно, да. Это 100% диалог. По поводу, я хотел сказать, по поводу вопроса, диетизма и детскости. То есть, когда некоторые со стороны думают, что, мол, товарищ совсем, так сказать, не своего места. Это правда так. Это очень часто звучит, безусловно. Это очевидно, потому что люди взрослеют, становятся серьезными, что какие-то невероятные ответственности и так далее. Но именно поэтому, собственно говоря, выбор нашей профессии, он, собственно, такой. Потому что художники со своими людьми, или наоборот, к счастью, они очень медленно взрослеют, пока до них дойдет, чего они вообще хотели сделать, иногда вся жизнь будет. И причем к концу жизни они понимают, что то, что они делали в детстве, было лучше всего. Как бы, так сказать, повторить. Но за опытом лет не всегда получается. Это судьба очень многих. Великий Пикассо очень даже стремился, так сказать, к детскому рисунку. Не очень-то у него получалось, потому что он крутан, но он очень старался. Одним словом, Великий Пикассо, да? Я предлагаю потихоньку переходить в творчество и посмотрим, что происходит уже реально. Занятие уже начинается, мы потихоньку входим внутрь. תרצו ליצור בשלב מיוחד יותר, גם בשמחה. אבל היום אתם תלויים ולהמשיך לעבוד את השם. שאר אחר, חבר'ה, אנחנו נמשיך בקטעים עוד. עוד, אתם רואים? מה בניה פתאי? אנחנו נמשיך, לפני שאנחנו נמשיך ליצור. עכשיו, אני הבאתי חומרים כל מיני. לפני שאנחנו נמשיך, אנחנו רוצים לעשות שני דברים. תקשיבו טוב, אני מבקש באמת לשמור על הלוז הזה, כי יהיה לנו יותר קל. כי לדעתי, מה שהיה חסר בפעם שעברה, זה שבמסודר עשיתי הדגמה באיך לחתוך ואיך לקשור ואיך להדביק. כאילו, הראיתי את זה כמה פעמים, אבל זה לא עבד. אני חושב שאנחנו פשוט נעשה את זה ממש מההתחלה. אוקיי? אז נעשה שני דברים. דבר אחד, אנחנו נתחיל מהקרנה של סרט שהופתע, שהוא סרט של אולגה וולצר, בפורמט מלא ולא... בסרט הזה היא משתמשת בכמה טכניקות, אבל יש שם גם הרבה דיבור על קונסטרוקציה. אוקיי? ואני חושב שחשוב לראות את הסרט. הוא גם יפייפה, הוא גם עשוי על ידי המורה שלך, שזה סופר חשוב, אוקיי? זה סרט חדש שהיום מופיע, היום בזמנים האלה, בתקופה האלה, הוא מופיע בפסטיבל במוסקו, בפסטיבל בנשוי. וגם בסרט. וגם בסרט פסטיבלים, כן. בגלל זה גם זו הקרנה, מה שנקרא... טרון חורה. סגורה, בדיוק, כן. אוקיי? מיד אחרי הקרנה. שאלות אולי, דיון, נעשה הדגמה וחוזרים לעבודה, אוקיי? עכשיו עוד בקשה, אני מאוד מבקש היום לסיים ב-8:30, גג 8:40, כי אנחנו חייבים לצאת עם אולגה גג ב-9 לאחר הסדר, תעזרו לי גם לסדר. Сегодня такой интересный день, мастерская будет закрыта чуть раньше, потому что кроме выставки, которую мы видели в Амифале, у Макса и Ольги еще открывается выставка в галерее, совместная выставка в галерее Скица, куда мы, надеюсь, попадем сегодня вечером. А сейчас урок начнется с показа анимационного фильма Ольги, который представлен сейчас в России на анимационном фестивале в Москве и в Петербурге.
И что интересно, что педагоги показывают свои фильмы для обсуждения со студентами. То есть он уже номинирован на премии, но здесь сейчас дети являются соучастниками и обучаются на живой работе своего учителя-тренера. И мы сейчас начнем смотреть, а потом будет обсуждение, вопросы. Значит, девчонки, Ольга вам сказала, мы смотрим ее фильм. Значит, фильм не в этой технике, но в фильме очень много разговоров про конструкцию, про архитектуру, вообще про этот процесс. Кстати говоря, на всякий случай, я вам говорю сразу, тексты, которые мы услышим в фильме, это фрагмент из поэмы Вильяма Блейка. А текст «Шамишмага Сэрадзе» — текст, которого любил Уильям Блейк, Шорер Англи, Митгуфата, Вульшин символизм. Allegories of innocence, allegories of innocence. The bat that flits at close of eve has left a grain that won't believe. The owl that falls upon the night speaks the unbeliever's fright. Feel the spider's inventory.
see your world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand, and eternity in love. כמה שאלות. לוותיקים בעיקר, אבל החדשים תוך כדי... Сейчас идет обсуждение с учениками этого фильма. Пикселяция, בהחלט. ומתוך פיקסלציה... יש לי גם כאילו... אפקט את היסורים האלה שגם... אז תכף נדבר גם על זה, כן? אבל פיקסלציה, היו שם לפחות שתי טכניקות מתוך פיקסלציה, כן? אחד זה בעצם צילום של התנועה של המצלמה, נכון? כן. והייתה עוד טכניקה. והייתה עוד טכניקה של החלפה. После обсуждения фильма начинается уже непосредственно практическое занятие. Сейчас мы посмотрим немножко, что будет происходить. מה חשוב לנו שוב פעם לזכור, כן? אנחנו הולכים לעבוד על פי איזשהו רעיון, ריטול, דרך אגב, לך היה רעיון מקסים, אני מאוד אשמח אם תוכלי לפחות חלק ממנו לבצע, כן? ואתם כבר התחלתם, נכון? זה אני מאוד אוהב, הרנדומליות הזאת שלה, אני מאוד אוהב. כן, כן, משולשים, אבל לא נדמה. חבר'ה, שוב פעם, לזכור בדבר מאוד פשוט. כן? יש לנו היום, יש לנו חומר שהוא הרבה יותר רך מכמו משבוע שעבר, כן? הרבה יותר קל לעבוד איתו, כן? לכתוב ורע. הטוב בזה שקל לכתוב אותו, הרע בזה שהוא הרבה יותר קל מבחינת המשקל שלו, כן? וצריך לתת לו חיזוקים, כן? כדי שהוא יחזיק את עצמו, כן? עכשיו, דבר... שממנו אתם מתחילים זה שאתם בעצם בהתאם לקונסטרוקציה שלכם מודדים את האורך ועושים את החלוקה ואז יהיה לכם ברור שבתוך המקל יש לכם כמות מספיקה של הדברים עכשיו תאלתרו גם קצת Но сейчас мы продолжаем Переходим плавно к Славе, и он расскажет о том искусстве, которым он одно из направлений, помимо того, что он, ну, он сейчас давайте все сам расскажет свои направления, но вот одно из них очень это мягкая игрушка. И послушаем Славу и посмотрим на те произведения, которые уже делают дети в этой студии. Слав. Давай, нам расскажи... Да, как раз из чего все начиналось. Да, вообще давай так скажи, да, как ты попал вообще сюда, к Максу? Угу. И что ты ему предложил? Как я попал к Максу? Здесь я считаю скульптором, наверное, больше, потому что то, что я представляю, делаю, это скульптура из ваты, что ее невозможно анимировать, это не игрушка в таком смысле, ее ставят, и она является... таким объектом зрительного наслаждения, если можно так сказать. Было у меня приглашение, меня пригласили на выставку, говорят, у нас нет места для того, чтобы выставить большую часть скульптур, но тут два скульптора. Ты и еще более известный человек Макс Эпштейн. Так вот, у вас будет подоконник один на двоих. Смиритесь это, с этим. Это в Иерусалиме. Это в Иерусалиме. Это было по весне, наверное. И когда я принес скульптуры на открытие выставки, прихожу, там стоит прекрасный Макс и говорит, кто автор этих игрушек, нам надо поговорить.
он керамику представлял, металл там, тяжелый скульптор. У меня чуть-чуть напротив, такие белые, пушистые, легкие. Мы начали беседовать, он говорит, я очень бы хотел, чтобы ты дал несколько мастер-классов моим детям. Что такое дети, какие дети, личные, общие. Я говорю, хорошо, а где? У нас, Wild Kids, Wild Day Parrot, да, на иврите. И я пришел сюда познакомиться, показать, что делаю, кроме того, что. И тут мы провели серию мастер-классов для всех, всех групп и всех воспитанников Макса. И ребята сделали огромное количество разных игрушек. Абсолютно разных, и они меня повергли в шок, потому что в прежние годы я всегда приходил с каким-то программой, с подготовленным уроком. И это была та реальность, с которой мы с тобой, Роман, работали в России, сталкивались и жили. Здесь же другое дело. Там детям надо дать точную инструкцию, они точно работают, у них все с дисциплиной. Здесь дисциплина менее, но очень большое творческое начало. Этому творческому началу нужно дать общие рамки, такие, скажем, обрисовать, что у нас сегодня будет игрушка с четырьмя лапками, головой, ушками и хвостиком. Кто это может быть? И дети начинают фантазировать и выдавать какие-то виды животных, редкие, часто видимые нами. Некоторые говорят, а можно ящерицу с жирафом соединю? Что у нас в предыдущем опыте просто не было. Тут фантазия богаче. Ты скажи мне, что это за игрушка? Вообще, с чего? Ты говоришь, мягкая игрушка. А что это? Давай, давай покажи вообще, что это такое. Мягкая игрушка. Я возьму одну из вещей. Это ватная игрушка. К ней пришли мы... Я пришел где-то в 15-16 лет, когда одна женщина отдала мне 30 игрушек, которые она делала... Она хранила всю жизнь, ей было лет за 80 на тот момент. И она меня попросила сохранить их. 20 игрушек она делала со своей мамой во время Великой Отечественной войны, а 10 тех, которые еще были, ее мама с ее мамой до революции. То есть этим игрушкам почти 100 лет? Да. И в эти 15-16 моих лет она говорит, сохрани их. И я начал думать, а что такое сохранить? И понял, что нам сохранить надо технологию. На дипломе я начал переоткрывать революционную технологию изготовления игрушек из ваты. И после того, как этим я занялся, я начал создавать такие скульптуры. Это гипоаллергенные, экологически чистые, подвижные игрушки, в которых можно воплотить, в принципе, всякие образы. И тут, на этом столике, представлены игрушки, созданные группой возраста 5 максимум 10 лет, ребята, которые с первого раза занялись, и вот тут появились котята, вот они такие, классный котенок, вот, были крыски, и тут очень интересная крыска, очень авторская, вот новорожденный барашек, так вот его увидел, да. Хочу немножко продолжить вот эту историческую справку и задать тебе вопрос. То есть ты благодаря этой бабушке, ты проникся идеей возрождения вот этой мягкой игрушки. То есть она, в принципе, технология была забыта. Да. На тот момент в России вообще ты нигде не видел, что вот именно из ваты где-то что-то происходит. Я видел в музее игрушки, которые находятся в Сергиевом Посаде, что есть коллекция за стеклом, есть игрушки. Они чем-то покрыты, непонятно чем, блестящим. Как для меня потом выяснилось, это было мелко тертое стекло, которое как панцирь защищает от свечей на елке и вот саму игрушку. Но меня интересовала не сама игрушка и бабушка, а связь поколений, преемственность. Я подумал, что для этой бабушки, которая понимает, чем закончится жизнь, что ей не важно, что сохранить. Она передает мне не книги, не что-то, а то, что она сделала со своей мамой, и она, ее мама отдала ей. Я подумал, как здорово, что можно объединить родителей и детей, бабушек и внуков в вот таком занятии. И начал разрабатывать... То есть через игрушку объединение происходит, да? Через вот эту... Да.
через творчество, через искусство. Да, я заметил, что благодаря Юрию Александровичу Крещуку, которого мы не один раз сегодня вспомнили. Да, и сейчас я... Надо обязательно это сказать. Мы со Славой познакомились как раз-таки на фестивале дзюдо «Каскад приглашает друзей». Абсолютно. 8 лет назад. 8 лет назад. Это фестиваль проводит Юра Крещук в городе Сергиев Посад, клуб «Дзюдо Каскад», очень известный в России и вообще в мире. Так что Юра Крещук увидит это видео. Большой привет вам. Слава занимался дзюдо в этом клубе, поэтому планета дзюдо сегодня здесь. Вот это все. Но планета дзюдо – это еще и больше, чем дзюдо. Больше. Вот. И мягкая игрушка – это все. Вот эта мягкость, податливость, гибкость. Переход, движение. Ты даже, знаешь, я даже думаю, цвет ее от кимоно белого. И цвет, да, и белое кимоно. Поэтому есть связь, и тоже, вот как Слава сказал, некая связь поколений, как он сказал, что ее мама передала ей, а она хочет дальше. Так и связь поколений через дзюдо, через Юру. Да. Собственно, мы так и познакомились, что Роман приехал не один. Я приехал не один. Дочкой. Да, с дочкой Лизой. Лиза, тоже привет тебе. Привет. Вот. Которая тоже воодушевилась этой мягкой игрушкой. Сделала достаточно много. Мы приезжали несколько раз. Да, и потом мы сошлись на мысли, что мы приезжаем встретиться с тобой, с Лизой, за этим столом, нежели чем на татами, да? Да. И Слава приезжал также в Москве в мой клуб, где тоже мы проводили мастер открытый урок по игрушке мягкой. И, ну, это было отвлечение, теперь мы опять возвращаемся к процессу технологии игрушки. Да. Слава, скажи, сам процесс технологии, насколько трудно было его вот понять, разобрать тебе, как скульптору, реставратору и вообще человеку, который занимается вот этим, так сказать, искусством творения руками? Что-то. Я скажу так, процесс подхода к ней занял, наверное, полгода, потому что я смотрел информацию, читал книги, ходил в Роспатент в Москве и не обнаружил никаких упоминаний, ни патентованных технологий, как это должно быть произведено. Создавались до революции какие-то наборы, но все, что было сделано, было уже потрачено, использовано. Было ясно, что то, что там представлены, они такие некоторые игрушки твердые, тяжелые, мне не подходят по настроению, я хотел ими играть, двигаться и ими двигать. И заняло очень много времени подбор клея, который пробовались тяжелые клеи, пробовалось как намочить ее всю, но она теряла легкость. Когда излишек вот этого клея и наполненность ненужным барахлом в нашей жизни усложняет конструкцию, он становится тяжелый, неповоротливый, некрасивый, и ей тяжело просто стоять. Она стоит и обтекает, и она тухнет. Угу. И отсюда можно, кстати, взять многое. Здесь же для фиксации в игрушке вы видите, что здесь вата просто как есть, как представлено. А тут чубчик, он просто остаток. Фиксированы некоторые точки, как и в дзюдо, да, когда для работы нужно зафиксировать лишь несколько точек, и она будет существовать. В общем, это мягкая полностью игрушка, которую можно пожать, и она будет восстанавливать форму. А жесткие части будут не давать ей распуститься. Вот. Поэтому здесь можно научиться и самодисциплине, и какой-то такой вот конструкции можно оцениться на этом фоне. Слава, я задавал вопрос и Максу, и Ольге. Насколько, и хочу тебе задать этот вопрос, вот этот переход мягкости и твердости, то есть насколько искусство может влиять на человека и изменять его, допустим, слишком жесткого сделать мягче, слишком мягкого сделать, ну, жестче, ну, наверное, не жестче, не жестким человеком, а вот твердым, там, может быть, таким вот характером, да, ну, как кремень, ну, внутренний такой, да, стержень. Как вообще игрушка, вот это вот искусство мягкой игрушки, это вообще, может ли она так влиять? Игрушка, любой процесс созидания, я хочу сказать, что есть два вида. Во всем мире для меня есть два процесса, которые некоторые называют
бог и дьявол, добро и зло. Для меня это как физики, созидание и разрушение. Все, что делают люди, как говорила Оля, красиво, грызут кукурузу, моют полы, это искусство. Если делают как бы картины, но идея их внутри разрушительная, деструктивная, то это уже не искусство, это сатанизм в некотором понимании. Это дела со знаком минус, это по сути процесс убийства будущих поколений путем игрушки. Так вот, материал, который мы даем, и с которым мы работаем, чаще диктует нам, как работать. Если взять человека жесткими руками, если он начнет работать с ватой, и ничего не получится. Тут как бы надо сделать такое облачко с формой. Тут нужны только тонкие прикосновения. Но с такими прикосновениями к дереву не подойдешь. Мы сегодня видели работы Макса, там топором надо подходить. И действительно, он беседует в этом диалоге с материалом. Он ему говорит, я хочу так и утвердительно. А здесь мы учили детей быть нежными. Поэтому во многом материал определяет нашу динамику, да, нашу работу. Но есть еще вещь. Если в нашем уме неспокойно, мы не можем создавать. То есть человек должен быть на определенной волне, знать, ради чего он идет и на что, и к какому материалу. И в таком случае он будет делать хорошие дела. Мы когда делаем игрушки и обсуждаем вот этот сложный философский вопрос, они говорят, я ему сделаю больно, или там вот так. Я говорю, не всегда больно, это плохо. Живодеры делают больно, это плохо. Но если у нас зуб болит или что-то, мы идем к врачу и просим нам сделать больно. И мы знаем, что это принесет нам пользу. Облегчение. Облегчение. Или акупунктура, или иглоукалывание. Ты же добровольно идешь, чтобы тебя укололи. Вот. Поэтому разумное соединение двух вот этих подходов, понимание целеполагания и подхода как стратегии и тактики во многом определяет. Вот хотел задать вопрос. Ты сейчас сказал стратегия, тактика. Ты практиковал дзюдо, да, изучал, и выходил на татами. Вот практика дзюдо как-то соединяется вот с практикой игрушки? Вот ты чувствуешь какие-то, ну, вот, волны между ними, которые могут давать положительный результат? Конечно. Я думаю, что... Я хочу процитировать источника, на которого не могу сослаться, ввиду того, что я много читал литературы и мудрецов, которые в Японии говорили, что все, что называется искусством, всегда связано с человеком. Медицина, литература, музыка, творчество, военное искусство, боевые искусства, они связаны с диалогом. Поэтому татами – это всегда диалог. Здесь у нас идет беседа с твоим неким образом. В ката тоже мы используем некий образ. Мы же не просто руками машем, так ведь? У нас есть понимание, что мы делаем. Поэтому дзюдо – умение идти плавно. Мы же идем, двигаемся тоже в диалоге с партнером. Здесь я двигаюсь в диалоге с материалом. Прикосновение, как и захват любой, оно тоже влияет. Потому как тут надо прижать, здесь мягко держать, тут и вот эти пружинки выстраивать, конечно, помогает конструкция. Потому что мы в дзюдо знаем, что есть опора, и ее надо работать с точкой опоры. Здесь мы делаем или две, или три точки опоры, и можем создать дестабильную ситуацию, можем стабилизировать ее. Поэтому само дзюдо, сам спорт, созидающий спорт, он направлен на гармонию и баланс. Игрушка тоже к нему относится. Но когда Юрий Александрович Грищук пригласил меня, он сказал: «Слав, ну ты же от нас вышел. Они твои, мы в белом, они белые. Дзюдоисты,
кроме того, что они должны уметь что-то такое физически сделать, они должны быть нежными. Потому что все-таки дзюдо – это созидание. И я думаю, зрители твоего канала согласятся с этим. Вот. И думаю, что игрушка исполняет эти, и как-то в другом виде является продолжением дзюдо и клуба «Каскад» Сергея Посад. Слава, в России понятно, ты там как бы исток твоего вот, ну, как бы порыва к созданию образов, вот игрушки из ваты и так далее, оттуда исток. Ты сегодня уже живешь в Израиле, и насколько это близко к Израилю, насколько ты увидел интерес к мягкой игрушке в Израиле? Есть ли что-то подобное здесь вообще, допустим, исторически на этой территории, что-то создавалось такое же? Или это было в диковинку и для многих непонятно, или наоборот настолько стало интересно, что люди воодушевились этим? Вопрос сложный и интересный. С одной стороны, израильтяне очень умеют удивляться, потому что они думают, что я потрошил тысячи ушных палочек для того, чтобы добыть ваты, или это воткнутые ушные палочки. Вот эта интрига, если не разглашать, что там внутри, она сводит людей с ума. Некоторые думают, что это просто лепится из ваты, но каким-то образом держится и двигается. Есть такая серия людей. Есть репатрианты из бывшего Советского Союза. Они сразу же вспоминают, что где-то на елке в Советском Союзе я подобное видел, у бабушки и дедушки хранилось. И тоже интересно, а зачем вы это восстанавливаете? Для чего, для кого? Здесь это не елочная игрушка, и для меня это не елочная игрушка. Это скульптура. Скульптура, которая помогает решить мои творческие вопросы. Мне очень хочется показать это. Дети, которые здесь в студии Макса делали, в студии Макса под его руководством создавали, они делали это с огромным удовольствием. Им очень это понравилось. Почему? Материал новый. Многие дети, когда работали с ватой, они вот так сначала, они изучали вату тактильно, они гладили себя ватой. Для них было в удивлении узнать, что это цветок, который с семенами, вот этот пушок рождается, что они погрузились в историю процесса изготовления, немножко в биологию, потом в историю, что это были игрушки в России, что это были, в России пришли из немецких княжеств. То есть у них появился такое... То есть они поняли, что вата – это не только ушные палочки. Да. Не только вот эти тампоны для макияжа. Это очень здорово. И они сказали, оказывается, из нее лепить можно. А в студии анимации скульптура является основным таким процессом, то, что мы создаем игрушки, чтобы ходили. А исследовал ли ты вопрос, есть ли что-то похожее в Израиле, вообще что-то похожее вот на такую? Я не встречал. Я спрашивал. Для всех, с кем я общался, это было новинка. И это здорово, но теперь 80 человек обученных ребяток разных возрастов, от 5 до 20 лет и старшее поколение, конечно, могут и повлиять на картину мира. Теперь в Израиле есть много людей, которые знают, как это делается. Пробовал ли ты делать анимацию с такими игрушками? Или вообще идея такая была? Идея Макса и Ольги и других педагогов прекрасной студии в том, чтобы научить ребят делать игрушку для того, чтобы они после, при помощи этой игрушки, создавали мультфильмы. И действительно, есть уже несколько видеороликов детей 6-8-10 лет, где они простыми приемами анимации уже создают свои истории. И мы находимся в процессе, сейчас ребята думают над сценариями своих будущих произведений анимационных, и часть из детей взяла эту технологию за основу для своих будущих картин. И это очень здорово. Это значит, что уже будет продолжение не только в статической форме, но и в динамической. И это будет абсолютно технология не моя.
И это будет восстановление технологии, которая попала к той маме, той бабушке. И это будет связь поколений, и я буду доволен. Я бы так сказал. Ну вот, уважаемые зрители, мы узнали, точнее, вы узнали теперь немножко больше, почему все-таки я сегодня приехал в Иерусалим, почему я нахожусь не в зале дзюдо в таком понимании, как татами, там, в кимоно. Связь мою со Славой, связь Славы с мягкой игрушкой, связь с мягкой игрушкой и дзюдо, и то, что мы у Макса здесь, потому что, в принципе, ну, я так не побоюсь сказать этого слова, что все, что мы вот это вот увидели здесь, это, в принципе, и есть дзюдо в таком, ну, в глобальном понимании, философском. Это и есть дзюдо, потому что люди, которые здесь, как мы видели, и Слава, и вот то, что дети делают, это все может тоже сказать, что это дзюдоисты, то есть и люди, которые изучают дзюдзюцу, искусство мягкости, потому что мы уже вот интервью с Максом сделали, с Ольгой. Вот. Поэтому дзюдо – это вам не просто взять и бросить, это даже может быть и поднять, восстановить. Вот. Так что изучайте разные искусства, чтобы они были, как ты, Слава, сказал, созидательными. Да. И мы все встретимся в одном зале. Да. И тогда мы все будем дзюдоисты. Да. В заключение хочу подарить Роману вот эту овечку, которую сделал на последнем мастер-классе. И вот такой подарок нам на память. Роман, это тебе. Спасибо большое. Принимаю овечку. Ос. Ос. Так, ну а мы тут встретились в студии с Никитой, и оказалось так, что он вообще в этом боевом искусстве находится тоже, ну и вообще во всем этом искусстве. И мы сейчас спросим у Никиты, как вообще совмещается то, что ты практикуешь ушу, и то, что ты делаешь здесь в студии анимации, чем ты конкретно занимаешься, и вообще есть ли точки соприкосновения? Вообще эти искусства похожи? Похожи. Я так скажу. Я думаю, каждый человек, который идет в боевые искусства, в нем что-то меняется. Потому что до этого он для чего-то это хотел и туда случайно попал. Да? Но потом, после всех капризов, которые ты ломаешься и падаешь на жопу, извините, то тебе становится, наоборот, даже приятно это делать и даже очень интересно заниматься этим искусством, углубляться в него и всю эту красоту, короче, в нее углубляться тоже. Вот, и когда до этого, я был очень таким капризным ребенком, всегда очень боялся, всегда, когда были спарринги, я один против какого-то другого человека, я хотел идти, я всегда не любил это, я всегда говорил, ой, у меня болит живот, нога, ой, я сейчас найду там пописываю, да, всегда мне не нравилось это все, я был очень негативен к этому, и то же самое было с искусством, на самом деле, что довольно интересно, когда был маленький, то я постоянно... Я не любил, что ничего не выходит, что я никак не могу нормально рисовать что-то. Смотрю, других людей у них отлично получается. Мне это давило, да. Но мне учитель, он меня научил, что это берет время, что не сразу, что со временем, что как больше ты занимаешься, тем больше ты учишься. И с этим приходит как бы сама сила, да, что больше, чем больше ты делаешь, тем больше интересно и сильнее ты углубляешься в это. Также с искусством, также с этим, мне это очень помогло. Я когда начал даже настолько сильно любить, что я хотел постоянно идти спарринговаться с другими, это они начинали уже двигаться. Это смешно. Да? То также и в искусстве я начал очень, так сказать, довольно агрессивно даже к этому ну,
рисовать. Ага, и, ага. И это как бы себя показывать, да? Типа что сначала я был очень таким аккуратным рисовальщиком, постоянно что-то копировал, пытался пока только это выучить. А вот как только пришли более такие времена, что я больше увлекался боевым искусством, пытался сам чему-то себя научить, даже ну, не только ушу, кстати, да? Я сейчас занимаюсь самыми боксом, тайландским боксом, и начал просто там интересоваться этими вещами, да? И я начал и с искусством также с этим обращаться, что я пытался делать новые какие-то вещи интересные, или что-то побыстрее, что-то грандиознее, там, да, большое вообще-то, ты огромный канвас. Ты рисуешь здесь, в студии, или ты делаешь тоже анимацию? Я рисую в студии, делаю анимацию, да, как все мы тут, конечно. И дома тоже иногда с этим, и в школе тоже делаю всякие прикольные вещи, смешные. Пытался ли ты рисовать что-то, какие-то упражнения из ушу, и делать анимацию такую из боевых искусств? Я думаю, примерно да. Я люблю очень персонажей всяких, типа там комиксов, людей с мускулом, да, так что мускулатуру, все вот это вот. Странные позы, прикольные, да, я делал. И это мне было интересно, как если я смогу это сделать рисунку, да, у меня получалось. Вот. И в многих местах тоже занимается, когда недавно который делал, когда человек цепи себя срывает, там тоже было это очень энергетичное движение. Такая очень. Движущая сильная очень такая, да, агрессивная. Ну пока ты еще не сделал такого анимации. Именно. Прям себя, если занимаюсь, нет. Но у меня была идея, честно, были. Но были какие-то вещи, которые похожи на это, да. Ты уже, мне кажется, все-таки вначале сказал, что как-то повлияло на тебя. Вообще, как ты думаешь? Любое искусство, человек, занимающийся любым искусством, может ли оно изменять человека? Да, может. Человек, который, я правда, как я на себе это видел, да, я видел это еще на других людей, которые туда же шли, боевое искусство делать, как они сами менялись и хотели себе более, confident. Ну, уверенный, более уверенный в себе, да, и там всякие мелкие там дети, которые там были, да, мой брат тоже двоюродный, который чем-то начал заниматься, в этом тоже сильно влюбился, да, вот, и это сложно немного объяснить, потому что у каждого человека это по-разному, как на него это влияет, это боевое искусство. Одному дает мотивацию, другому какой-то новый цвет, новый. А вот искусство, как живопись, оно меняет, как рисунок, меняет ли человека? Как рисунок. Нет. Да, как бы как на мне. Я думаю, к этому надо относиться не сразу же, конечно, правильно? Типа сразу, бог, пришел там на три занятия, тебе сразу поменял. Нет, надо это реально хороший промежуток времени, тогда будут какие-то по-любому другие эффекты, как бы, если на меня вот когда так повлияло, что я по-другому начал к этому относиться. Потому что более все вот эти боевые искусства это ментальность, которую ты сильно себе укрепляешь. И в том же самом деле, когда ты рисуешь, да, иногда бывают такие места, где ты в себе не уверен. Ты рисуешь, но тебе не сильно это понравилось, или ты не в том настроении. Вот, но когда у тебя есть больше мотивации, энергия, и когда ты делаешь именно боевое искусство, там, день до этого или на этой неделе, ты замечаешь, что когда ты идешь и ты начинаешь рисовать любой вещи, которые у тебя в руках, но становится намного энергичнее и более живым. Как бы. Я вот реально себе говорю, когда я после иду занятий, я весь как бы уставший, да, но как только я себе думаю, а если я сейчас начну что-то нарисовать, да, если возьму карандаш и начну что-то там делать, то будет такой момент, что я где-то 10 листов целых каких-то фигур как бы начну делать, которые там очень динамичные. И даже очень не такой промежуток большого времени, если сделать типа там целую фигуру за там 10-15 минут. А вот, практика искусства рисования, искусства боевого, изменила ли тебя в общении с обществом? С обществом. Повлияло ли на то, как ты сейчас общаешься в обществе? То есть с людьми, которые, допустим, не в искусстве
другими людьми из других областей деятельности? Я бы сказал, более меня повлияло это боевое искусство. То есть я, как говорил, я был очень мальчиком, который всего боялся. Вот как только я начал там хорошие там, 3-4 года заниматься ушу, я как только был там в своих классах, у меня были глаза такие, что никто на меня смотреть не хотел, да, все боялись. Хотя я был довольно дружелюбным, даже энергичным. Как только мне подходил, я говорил, если у меня были проблемы, я говорил, что как бы я занимался, все от меня отставали. Я был намного более увереннее в себе, да, абсолютно. То есть появилась уверенность? Да, да. А вот по коммуникабельности появилась ли, то есть коммуникативность, то, что ты стал общительный, или у тебя всегда была такая общительность? Я думаю, у меня всегда была какая-то такая общительность, да, просто с боевым искусством, и потому что, вот опять, я был настолько более уверен больше в себе, да, то я бы сказал, я брал больше рисков, типа, разговоры с людьми, да, даже с взрослыми, да, что детям обычно, типа, там, подросткам, обычно не так-то просто, да, подойти, не знаю, к учителю, любому, да, начинать просто с ним разговаривать. И да, у меня была более такая уверенность, что я могу сейчас с повзрослее человеком разговаривать, может, и чтобы он пошутил, я пошутил, что-то такое, маленькие такие вещи, да, но все же, эта маленькая уверенность, которую мне дала, да, она развивалась больше, вот. И я скажу вот что. И бывает такое, что ты делаешь боевое искусство, но какое-то время ты не делаешь боевое искусство. Это появляет наоборот. Немного хуже, потому что ты в себе становишься неувереннее и себя немного плохо чувствуешь, что ты этот промежуток времени, да, ты ежедневно уже не делаешь то, что ты делал, да, по каким-то менее первым, вторым или причинам. Такое бывает. Да, у меня бывало такое, что я брал какие-то даже целый год, типа, что не занимался этим, то потом возвращался. Но когда я возвращался, всегда был сильнее. Я был с более сильными намерениями, что я хотел больше в этом оставаться. Понял, насколько на самом деле мне это важно, типа его искусство, насколько я это на самом деле любил. И вот это вот возврат того, всегда мне об этом светил в мои глаза. Вот. И я постоянно, если я с этого по каким-то причинам не мог заниматься и опять вернулся, я возвращался намного сильнее, увереннее и с энтузиазмом сейчас продолжать это делать. Ну что, Никита, спасибо большое, что ты уделил время, что ты поделился своими ощущениями, чувствами, как боевое искусство, как искусство рисования, анимации может влиять на человека, изменять его, делать его, наверное, лучше, увереннее. Логичнее, да. Логичнее, гармоничнее. Да. Спасибо и успехов тебе. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, мы заканчиваем наш репортаж. Сегодня я посетил Иерусалим. Студия рисования, анимации, творчества, искусства Wild Kids. Мы сделали интервью, и вы узнали немножко больше о анимации, рисовании, о мягкой игрушке с Максом, с Ольгой, со Славой. Также сделали небольшое интервью с Никитой, и вы узнали, как вообще соединяются боевые искусства и искусства другие, как можно все это объединять и как это влияет на человека. Так что будьте в Иерусалиме, заезжайте в Wild Kids, посмотрите, знакомьтесь с Максом, знакомьтесь с Ольгой, знакомьтесь со Славой, практикуйте дзюдо. До новых встреч. С вами был Роман Карасев. А сейчас мы плавно переехали со Славой в другое место на открытие выставки картин. Мы сейчас пройдем внутрь, посмотрим, какие картины, для того, чтобы вы увидели еще одно искусство,
искусство живописи. И это планета дзюдо. И вот Слава сейчас нам немножко расскажет, что здесь. Слава! Дорогие друзья, у нас продолжение. И мы попали в галерею Скица, которая переводится как набросок или этюд. Здесь происходит открытие выставки «Багаж». А багаж он у каждого свой, как вы понимаете. Поэтому здесь видите огромное количество художников. Часть русскоговорящих, часть ивритоговорящих. Но у каждого есть свой жизненный багаж, поэтому мы присоединяемся к ним. А картины, все, что мы увидим, это одного художника или разных? Это сборная солянка, сборная. Поэтому это удобно и приятно, что можно подвигаться, пожить в этом пространстве и как-то прикоснуться к прекрасному по-своему. Сегодня уже не первый раз мы прикасаемся. Да, вот, поэтому пойдем посмотрим. Это абсолютно да. от того, что в Израиле меня обогнали как бурята, да, так называют, а в Израиле меня как Извините за...
посетили. И этот сюжет, этот фрагмент заканчивает весь наш сегодняшний день, весь мой день, который я посвятил в Иерусалиме. Возможно, он понравится кому-то, этот репортаж. В любом случае, с вами был Роман Карасев, и это «Планета Дзюдо».